Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и мы с вами возвращаемся в The Evil Within, вторая часть. Итак, в прошлой серии мы потеряли последнего нашего напарника, Хоффман Юкико, психолога, и она пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы мы смогли пробраться в крепость злобного урода Теодора. Он меня люто бесит. Чтобы навалять ему конкретно люлей, короче, по щам надавать, чтобы он больше не терроризировал нас. Итак, Мы с вами в прошлый раз прям очень хорошо по стелсу тут всех вальнули. Я думаю, мы продолжим это. Нам позволяет это делать очень клевые скиллы, которые я вкачал. У меня полностью прокачана сейчас ветка этого. Как это там она называется? Скрытность, по-моему. И это позволяет делать прям очень клевые штуки. И стелса бегать там, прям убивать, прям и нас не замечают. И мы такие молодцы. Короче, мы с вами в прошлой серии открыли ворота. Тут появились еще хмыри, и мы сейчас их завалим. Так, сейчас бы понять, где они. Раз, два, три. Ага. Я понял. Ладно, сейчас будем что-то думать. Они прям все ходят по пути к воротам, да? По идее, можно как-то сверху обойти. Давайте попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокуха. Сейчас бы понять их маршрут. Я надеюсь, этот чувак не пойдет сюда сейчас. Опа-опа-опа-опа. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Я надеюсь, ты меня засек? Не гори, не гори, потухни, потухни, пожалуйста, потухни. Твою мать. Твою мать. Ну, блин, капец, вот не повезло. Вот это просто плохое стечение обстоятельств, что он загорелся. Это крайне плохо. Блин, вот ненавижу такие моменты. Ну вот почему? Как так-то? Вот он опять горит. А вас двое, да? Пожалуйста, потухни, 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 потухни. Отлично. Твою мать, засек. Спокуха, 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 братуха. Давайте попробуем сейчас пробежать к воротам. Блин, устал. Я устал. Тихо. Спокойно. Спокойно. Беги, 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 беги. Просто беги, просто беги. Красава. Спасибо, ворота. Это Теодор нас. Да пошел ты. Почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Вот, кстати, да, хороший вопрос. В смысле? Ими. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя, управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Управлять психом вроде тебя, психами вроде них. Нормально, неплохо, хорошо ответил, хорошо сказанул. Так, я все жду, когда мы какого-нибудь парня вот так вот спустим. И он встанет. Но что-то они все не хотят вставать так. Поверну. Давай, 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 давай. Крути, 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 крути. Ну. Блин, странно, она заполняется как-то неравномерно. Типа такая хоп-хоп по частям. Ну что, делаем ставки, когда там у нас следующий босс будет? Теодоришка этот. Мы уже должны скоро к нему прийти. Нас пытаются здесь закошмарить этими огненными тварями, но мы с ними на раз-два уже разделываемся. Поэтому, я думаю, Теодора мы тоже сейчас быстренько бац-бац. Так, дверь. И еще наверх проход. Окей, дверьку надо заценить. А тут вообще открытая дверь. Так, ну я так понимаю, здесь место полутаться. Описание Теодора, вторая часть. Когда я буду контролировать ядро и изменю этот мир по своему усмотрению, реальность прогнется под меня. Мёбиус уже создал основные опорные точки для всех элементов общества. Им хватило глупости подключиться к системе, заложив бомбу замедленного действия в собственный разум. Они думали, что станут волками в овечьем стаде. Но здесь я пастух, и я убиваю волков, когда они не подозревают об опасности. Когда Юнион станет моим, дни Мёбиуса будут сочтены. Ишь ты какой, а? Чё придумал? Ну, как бы... Конечно, задумка у него хорошая. Уничтожить Мёбиус, все дела, но... Как бы, дружище. Для чего он это хочет сделать? Он просто шизик, повернутый на...
религия, я так понимаю. О, зеркальце, хорошо. Это нам, видимо, дают сейчас сгонять, сделать Патрики. Давайте мы быстренько сгоняем, сделаем Патрики с перемоточкой, быстрый. Так, мы прибыли. Так, давай, опа, и погнали. Верстация, создание предметов, давай, хорошо. А, так, патроны для шалема начинаю. Так, окей, так, 4. Окей, есть. Хорошо. А, так, аптечки, это все нам не надо. Улучшение, 185. Дробовик. А, огневая мощь, не хватает. Скорость перезарядки. Редки. Ага, это уже типа следующий уровень, 120. 1,24 секунды, 1,58. Повышает скорость ходьбы при прицеливании, это нам не надо. Так, опа. Опа. Опа, вообще по красоте. Хорошо, и тут мы теперь посмотрим. 400, не хватает, окей. Фиг с тобой. По прокачке у нас чего? 9000 геля. Хорошо, можем восемь кинуть. Блин, что-то странно, какие-то подфрезы идут. Крючка у меня есть. Да хоть говори, давай крючку мне открывать. Так, второй. О, патрон для штурмовой винтовки. А, для снайперской винтовки. Спасибо, у меня ее нету. Большое спасибо вам за патрон для снайперской винтовки. Лучше снайперскую винтовку дали. Хотя, как я и говорил, она мне не нужна. Все, максимально скачена скрытность. Так, восстановление 3000, но я думаю, что нам здесь ничего не светит, да? Здоровье 4, 4, 12, да. Здесь мы нифига с вами не получим, ставить. На стрельбище я все ресурсы уже получил, кроме одного последнего там замеса, но фиг с тобой. Так, и сохранимся по-быстренько, погнали. По-быстренькому сохраняемся, хорошо, принять, опа, выйти, и зеркать, давай, погнали дальше. Давай, 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 без промедлений, просто бежим. Мы просто двигаемся вперед, ни перед чем не останавливаемся. Вышибай эту сраную дверь, дай. А так вот. Вот так вот мы поступим с этим уродом. Мы ему нагнем. Так, 15, но нам бы это погода не сделала. А, рычаг. Фу, хорошо, рычаг сверху. Тебе надо... О, по красоте. Так, тихо. Ага, вижу. Твою мать. Тихо. Так, тут у нас обычный зомбарь, а там огненный. Не смотри на меня. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, вот таким вот мы трюком с вами научились. Так, там еще кто-то рычит. Сейчас надо... обстановку вообще понять, чё к чему, ага. Вот тут ходит этот типуган. Куда ты идешь? Ты идешь сюда? Сколько вас здесь вообще? Вот еще дверька. Сейчас он развернется и уйдет. Ага, хорошо. Давайте мы зайдем сюда. Что ж ты так шумишь-то, дурень? Топор, хорошо. Подсумок для пистолета. 44 патрона. Вот это шикарно. Воу-воу-воу-воу. Ух ты. Ой, здорово. Ха-ха-ха. Блин. Так, ну здесь мы можем типа пройти, да? И вентиль этот закрыть. А, да, мне надо нажимать. Эй. Так, я надеюсь, этот тип к нам никак не это не пройдет. Он там просто ходит. Все, здесь мы перекрыли. Тихо-тихо-тихо, не бегай. А поскольку он шума не слышит, у нас не появляется этот радарчик шума, значит, он нас и не заметит. Окей. Так, открой аккуратненько дверьку. Здесь ходил этот хмырь, да? А, вон он. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, парни-парни-парни, вы чё? Блин. Так, а этот ходит у нас тут. Отлично, эту огненную штуку мы обошли с вами. Блин, ну вот этот сзади чувак, конечно, очень сильно напрягает. Его убрать бы. Ага, ушел. Тихо. Так, рычаг какой-то вижу. Так, отсюда я бежать на тебя не могу. А на тебя смогу? Блин, да капец, да что же вы такие-то подлые-то? Не гори. Не гори, вот так. Есть. Минус. Ну, и что ты сделаешь? Ну чё?
И что ты мне сделаешь? Ага. Ари, не ари. Я не знаю, надо нам туда, не надо. Так, еще один ушел туда. Третий был. Спокойно. Спокойно. Так, еще один рычажок. Но можно обойти здесь, по идее, да? Чтобы не стрелять. Сейчас мы с вами здесь все четко... Ага. И вон там еще один рычаг. А куда лучше идти-то? Ага. Тихо. А вон их другая ходит. Тут надо быть аккуратным. Главное, чтобы он нас не заметил. Тихо. Зараза. Ладненько, тебя мы... Да, блин, да сколько в тебя надо всаживать-то? Тихо, 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 тихо. Беги, убегай. Ой, тупик. Отлично. Фу, минус обойма. Вот дурной. Плохо, плохо справился сейчас. Но мы с вами до этого, в принципе, неплохо так по стелсу все проходили. Поэтому можно небольшую оплошность допустить. Так, нам тут не надо штуку открывать. Нам нужно открыть вот эту, хорошо. Давай. Давай, 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 крути, 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 давай, не устал ты, давай. Чувак, у нас с тобой сейчас главный бой вообще. Бой всей жизни, видимо, будет. И, возможно, мы с тобой даже пройдем игру. Так, тихо. Ага. А тут? Этот закуток у нас не для чего. Я понял. Так, тихо. Сохранение прошло. Значит, что-то будет. Ну, типа, делаем так. Ага, мы себя заперли. Песик, песик. Тихо. Он нас ищет. Он нас увидел. Ушел нахер. Я ж испугался, блин. Ушел нахер, говорю. Ага. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Это что? Это болт? Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Вихляй, вихляй, вихляй. Ага. Перезарядка. Ага, есть. Так. Сейчас я твоего друга не увольну. Подожди. Хорошо. Дробовичок, конечно, не хотелось тратить. Но что уж делать, все, готов. Фу, нормально, справились с этими песиками, даже не пострадали. Можно было через заморозку завалить, но мы с вами и так справились. В заморозку это еще лишний патрон надо тратить. То есть лишний патрон, а потом их замороженных валить. Ага. И это как бы не очень хорошо. Ну что, ага, нормально. На сторону победителей? Тогда ты переходи на мою. Так. Я не буду с тобой торговаться, друг. Друг? Мы... Себастьяна натренировали. Он молодец, он теперь не поддастся тебе. Так, я так понимаю, это уже проход к боссу. Здесь у нас финальная возможность что-то сделать. А, мне не нравится... А, нравится, хорошо, вижу все, детали оружия. Ничего мы не сделаем. Где у нас порох? Так, зеленый гель, детали оружия. Блин, патрончиков надо бы сделать. Ладно, хрен с тобой, нормально, и так сойдет. Давай, 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 погнали. Пороха мы тут... Ой, не так уж много нашли. Поэтому пойдем как есть. Мы не из робкого десятка. Какой злобный хмырь, а? Кого он бесит? Меня бесит. Нифига себе. Ну вот, чувак, короче, понял, что проигрывает, и открыл свою истинную натуру. Ну, понятно, короче. Ну, как бы изначально было понятно, что он урод. Мразина поганая. Давай. Я иду к тебе. О! В заднице болт. Так. Хорошо. Это алтарь.
Это нам для битвы с боссом, видимо, потребуется, да, что-то? Давайте изучим территорию. Так, здесь мы можем оббегать, пробегать. Я надеюсь, что мы в этом месте будем махаться, да? Или хотя там впереди ворота еще? Так. Так. Это алтарь. А перед кем? А, вот он здесь стоял. Нас тогда отсюда выкинуло. Мы оттуда вот пришли. И нас здесь смыло, короче, к кровью. И мы попали к этой. К Торос. Все, я понял. Мы вернулись туда. Ох. Ну ладно, погнали. Открывай дверь. Сидит, смотрите, такой сидит. Типа крутой тип. Даже глазом не моргнул. Я надеюсь, мы Себаса подготовили максимально. Вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Ну-ка. Ха! Не ведись. Не ведись. Это ты со мной сделал. Ему нужна Лили, дурак. Она не может быть у него. Так, тихо. Молодец. Он сейчас у нее ствол наставит, да? Все хорошо, детка. Опа. Ты опять что ли ведешься? Я все исправлю. Ну ты же знаешь, что сейчас будет. Она сейчас загорится. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Опа-на. Обещаю. Вы смотрите-ка, у него, типа, он своей силой, он своей уверенностью разрушил его чары. Получается, что так? Вижу, ты отчасти преодолел свою вину. И... Да, конечно. Так мы же его тренировали. Самые настоящие это, коучи, тренеры. Очень глубокие. Уж я знаю о тебе все. Ты... Всю твою подноготную. Не бессмертный, по идее. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Свинец ему в лоб пусти и все. Ну что ж ты ждешь? Столько ужасов. Они переполняют твою память. Опа. Вспомни, где все это началось. Сейчас вспомни какая-нибудь отсылка меня. К первой... Ну да, отсылка к первой части будет. Маяк. Ну, сейчас это, по идее, то... Ну да, вот там такая жесть творилась, да? Да. Ты все помнишь. Капец. То есть нас сюда отправили, да? Ну окей. Кто проходил первую часть, видимо, узнает этот момент. Я думаю, что это чисто повторение оттуда. Ой-ой-ой-ой-ой, здорово, дружи. Беги. Так, беги. Мне дали управление, хорошо. Энергия не тратится. Надо что-то, по идее, скинуть ему на дорогу, да? А, все. Блин, могли бы это все заставкой сделать? Зачем ему давать мне управление тогда, я не понимаю. Вот зачем этот кусочек нужен был? Ну, с меня хватит. Во! О, да! Красавец. Сзади. На! Я же говорю, мы его подготовили как следует. Четко вообще. В лифты уезжай. О, такой уже, типа, похеру просто. Фу! Ножик вытащил. Вот это серьезно. Ой. Опа, это я. Руби его. Резать. В смысле? Он простым ножиком блокирует пилу? Ну вот так вот. Как бы Себастьян после этого с ума не сошел. Мне кажется, кукушка после такого может порвать как следует. Правильно. Пошел ты. Так, это, видимо, опять отсылка из первой части какая-то. Такое тоже там наверняка происходило.
Но зато мы с вами познакомимся с небольшим экскурсом. Первую часть. Вот это клевый эффектик. Опа. Здорово. Нифига себе, сейф. Стой. Подожди. Куда бежать? Тупик. Твою мать. Стой. Подожди. Дробовик. Где он? Ага. Я так понимаю, тебе надо в тело стрелять. Блин, вот это плохо. Я не знаю механику этого босса. Я не знаю механику. Стой. Подожди. Так, патроны, дробовик. Хорошо. Пока он нас ничем не парит. Отступаешь? Ну-ка, давай. Это чего? Испугался? Пошел вон. Так, патрончики. Тихо. Ага. Ну, давай. Смотри. Боится. Блин, а у меня есть что-нибудь посерьезнее? У меня, по-моему, там были... Стой. Дымовой, замораживающий, электро... Нет, взрывных у меня нету. Ну-ка, давай вот так. Ну, вот так вот. Опа. Может, его добить надо? Блин, нет. Не добить. Тихо. Блин. Вот это фак. Вот это... Ой-ой-ой, тупик. Тихо. Пожалуйста. Твою мать. Вот это я дал. Вот это я, конечно, попался, а? Он здесь. Нет? Там? Где он? Тихо. Опа, увернулся. Нифига себе. Ну? Да... Где? Ну? Твою мать. Как же тебя валить-то, а? Ну? Где ты? Ага, понял. Давай-ка, дружище, ты у нас немножко... А если... Ага. Вот это прикольно, смотрите, от сейфа отлетает. На нафиг. Готов. Тихо, топор. Следующий. Так, следующему мне нужно, значит, сейчас чё? Кто? О, в смысле, блин? Тихо. Ты-то откуда здесь взялся? Два. Ой. Твою мать. Это как это? Хорошо. Ушел. Тихо. Патрончики. Спокойно. Ой. Спокойно. Этот обходит сбоку. Тихо. Твою мать. Нет, уйди. Беги. Восьмерочка. Хорошо, пошла. Блин, патрон заканчивается. Плохо. А, так. Хорошо. Крутим их. Ты уйдешь или нет нахер? Нет, ты видел, что я с твоим другом сделал? Хочешь так же? Патроны кончились. Твою мать. Ушел. Минус 0 одного. Второй. Давай сюда. На нафиг. Фу, хорошо. Этот пистолетик нам наконец-то прям очень сильно пригодился. Блин, да, фигово. Может быть, у них какая-то другая механика убийства? Блин, а там болт какой. Вау. У тебя в голове жила какая-то мразь. С огромными коготочками. Погоди, это та ведьма, которая летала? О боже. Я тебя уже сжигал. Я понял. Тихо. Воу. Ты чё? Тихо, она. Опа, рубильник. Ну давай. Тихо, крути. Отлично.
Мы что-то сделали. А что надо сделать? Тихо-тихо. Я понял. Тихо-тихо-тихо. Есть что подобрать? Где? Тихо-тихо-тихо. Отойди. Она куда-то смылась. Тихо-тихо-тихо. И что это? Твою мать. Тихо-тихо-тихо. Что делать-то? Что делать? Энергия. Плохо. О! Заморозить. Вижу огонь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не. Я устал. Погоди. Электрический шок. Заряжай. Тихо. Опа. Я понял. Врубить этот рубильник. Ее надо сюда заманить. Хорошо. Беги. Сжигай. Раз. А, так это ты. Вот это да. Нормально. Фу, ну это было на самом деле так. Довольно интересно и запарно. Кто ты такой? Я, Себастьян Кастелланос. Что ты еще можешь? А, подожди, это мы спросили его, да? Если... А, это Мира. Я думал, сейчас придет еще новое какое-то безумное зло. И у нас будет, типа, третий враг теперь, с которым будем бороться, который создал этого чувака. Она привет. Должна быть в безопасности. Тихо, микрофончик, не трясись. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Ну, мы тоже хотим ее забрать, ну защитила. Домой. Теодор мертв. Но ты хочешь его забрать. Ее. Пойдем домой. Тихо. Нет! Ух ты ж, ёп! Сила ядра моя. Да ладно. Она как этот терминатор из жидкого металла. У него тоже там он руку свою превращал в такое это шиш. Но он, правда, не окаменевал врагов. Лили в безопасности. А то есть ты с ножом в горле себе вполне себе в порядке чувствуешь, да? Давай уйдем отсюда вместе. Блин, она свое чучело призывает. Походу, сейчас мы будем сражаться с ней. А, или она рушит дворец этого урода. Спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, Хоффман приносит, это у нас было, находясь в укрытии, я понял. Ничего нового. Блин, дичь какая, а? Мира. Мира? Ну, вон что твоя Мира устроила здесь. Возможно, она начала анормаливаться, но этот нож в горло ее немножко, это опять того, поехал. Повел ее, поплыл, короче, у нее мозг, и она обозлилась очень сильно. И че? Там выход, да? Дети мои, послушайте мою проповедь. Ладно, никого здесь нет. Ну окей. Предположим. Я так понимаю, сейчас здесь будет Юнион уже, да? О-хо-хо-хо-хо. Нифига себе. Вот это неплохо. Ладно, сам идешь, так сам иди. О боже. Камня на камне не осталось. Нифига себе, вот так вот твоя Мира. Глава 15. Конец этого мира. Мира, конец этого мира. Ищите Миру. Просто такая, значит, ищите Миру. Мира, эй, Мира, ты где? Блин, интересно, а это у нас концовки дело движется, или нам все-таки еще проходить и проходить? Так, давайте узнавать места, где мы с вами были. Экскурс такой по Юниону. Блин, офигеть, вы посмотрите, что с Юнионом творится. Просто, он реально в крошке. Юниона нету, все. Он не Юнион, теперь он наоборот. Ну, Юнион это же объединение по-английски, да? Ну, в смысле, с английского переводится. Единение, типа. А тут нифига не... Едино все.
Блин, так чувствую, нам с ее этой монстрилой... Ты чё? Ты... Я застрял. С монстрилой с ее этой бороться? Надо будет. Тихо, тихо, налей. Ой, больно. Это было больно. С этой белой шляпой, жижей бороться надо будет. Это плохо. Она очень жесткая. Так, тачка, окей. Тачка. Садись в тачку и поехали, что ты. Куда ты делась? В смысле, куда делась? Ушла. Что, непонятно, что ли? Куда ты ушла? Ты беги, у нас все нормально с тобой. Ты не переживай, у нас с тобой только одна тропинка здесь, и не будет никаких развилок сложных, по которым можно свернуть не туда. Мы с тобой идем вперед, и мы придем к ней. Правильно? Правильно. Закон игры, Себастьян, если ты не знал. Пузырьки здесь эти. Ну, мы, короче, идем по следу из пузырьков. Знаете, Элли ходила по дорожке из золотого кирпича. Вон там ящик Мебиусов, кстати, лежит. Открытый, по-моему, даже зелененьким светится. А мы с вами идем по дорожке из белых пульсирующих прыщиков каких-то. Ужас. Так, здесь должно быть... А это что? Зеркало. Так, у тебя был фонарик, да? А. Ну, блин, сейчас монстрюк какая-то вылезет, нет? А что ты в руки фонарик взял? У тебя всегда фонарик висел там, это был где-то тут на груди. Вон она. Типа такая вообще беспалево идет. Не слышит, не видит. Уже все. Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Чувак, аккуратней. Я знаю, ты меня слышишь. Чувак, я говорю, аккуратней. Хватит! Да послушайте! Ага. Молодец. Пробил ее защиту. Опа-на. Мира, что с тобой? Ты должна бороться! Я не могу. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Ну давай, расскажи нам про третьего врага. Да. Хорошо. Иди. Себастьян, скорее. Уходи. Нет. Я не оставлю тут ни одну из вас. Ёпт. Аккуратно, ты что делаешь-то? Сейчас бы полетел. Блин, у меня ж мурашки от этого побежали. Мира! Черт! Что она делает? Как бы от кого она собралась защищать? Следуйте за Мирой через остатки Юниона. А от кого она собралась действительно защищать Лили, если тут, в принципе, камня на камень не осталось? Все здесь, я думаю, даже монстров не осталось. Тем более, если мы будем следовать за ней, то она всех монстров этих там покромсала вообще на кусочки, на маленькие. И вообще плевать, она идет там пиу-пиу-пиу своим коготком, раздает всем. Зеркало. Зеркало, спуск вниз и еще проход туда. Блин. Ага. Детали. Блин, опять эти ящики от Мебиуса музыка играет. Это музыка отсюда играет? Блин, я вот даже не знаю, стоит ли продолжать, вообще будет ли сейчас конец или нет. Надо пополнить вооружение. Это в первую очередь пистолетные запасы. Мы, кстати, с вами штурмовой винтовкой так ни разу не воспользовались. Так, у нас пистолетные патроны в принципе нормально. Давайте мы не будем их делать. Давайте мы сделаем патрон для дробовика, 5 штучек, вот так вот нам пригодятся. И шприцов нам надо с вами 2 штучки, вот так, хорошо. Ну, болты, ладно, пофигу. Хотя болты нам помогли, в принципе, сильно. Так, дробаш. 480, окей. Здесь 400. Не окей. Дробовик. Емкость магазина 5. Отлично, хватает. На 6 уже не хватает.
Скорострельность, да, давайте возьмем, она дешевая здесь должна быть. Вот так вот. И 60, блин, вот чуть-чуть. А, так, арбалет. Ой, блин, здесь еще на каждый болт свое отдельное. Время взведения. О, время взведения, кстати, хорошо. Так, 30, 60. Окей, ладно. Я в арбалет даже ни разу в улучшение не залезал, ну потому что, типа, не надо было. Так, можно сохраняться. Так. Хорошо. Погнали. Фу, ну чё. Ладненько, давайте мы, наверное, на этом закончим. Зомируем последним в следующей серии. Я думаю, что там уже будет близиться концовочка. Не хочу я как-то сейчас... собственно, дойти до мира, там, до последнего боя и серию затянуть до 50 минут, поэтому давайте мы сегодня покороче чуть-чуть серию сделаем, а следующий попробуем это дело допройти. Ну, а если не получится допройти, то допройдем уже потом, еще в одной серии следующей. Ладненько, всем большое спасибо за просмотр, с вами был Рос на канале Midcore Show. Игра The Evil Within, вторая часть, мы с вами победили Теодора, просто порвали всех нахер, очень изи, очень легко. Даже, в принципе, практически не пострадали. Немножко с этими сейфоголовыми немножко помучились, конечно, один споколбасили. Но, в принципе, мы легко их завалили. Сейчас мы следуем за Мирой и должны найти Лили. И должны вообще пройти это все дело, потому что уже, ну, как бы тут, куда еще? Концовки дела близится. Вот. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!